Приветствую вас, Анастасия. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Ситуация заключается в следующем. Вы чувствуете себя либо виноватой очень сильно, либо боитесь чего-то. Либо вас легко достаточно, ну, задеть. То есть вот достаточно, да, там на вас накричать, да. И вы уже захотите, вот, ну, как вы говорите, заткнуть дробь. Вам захочется это сделать. Ну вот, ну, собственно, это и вопрос, основной вопрос, который нужно рассмотреть. Откуда у вас такая реакция на поведение, вот, собственно говоря, человек? То есть, ну, почему вы так реагируете? Вот. С чем связано то, что вы так реагируете? Вас это задевает, вас это напрягает, вам, ну, неприятно, вам тяжело, что происходит? Ну, вот непосредственно. Вот. То есть этот момент нужно рассмотреть и разобрать. Вот. В остальном же ситуация в целом довольно стандартная. Человек ищет, по сути, ну, повод, чтобы придраться к вам. Человек ищет способ на вас наехать. Вот, и в общем-то, эта ситуация, она в целом довольно стандартная, и относиться к ней вот так, как относитесь вы, ну, на мой взгляд, это такое, знаете, я бы сказал, наверное, чересчур отношения, да, то есть именно вот чересчур болезненно вы на это реагируете, но поймите правильно, что это не обвинение вас, что вы, ну, что вы не должны так реагировать. Вот, это скорее вопрос к вам. Вопрос к вам на подумать.
Вот, вопрос к вам. На преследовать. Вот. И, соответственно, преследовав вот причины того, почему такая реакция у вас, вот, я думаю, что вполне можно будет уже после этого вам помочь, вполне можно будет после этого выработать какую-то модель поведения, чтобы вас это больше не задевало, к примеру. Вот. Дальше. Желание что-то доказать кому-либо. Откуда оно? Почему вам хочется доказывать что-то? Откуда такая потребность, если угодно? А как задевать вас сплетни и как это мешает вам работать? Это тоже очень важный момент. Потому что есть у меня такое вот подозрение, что работа здесь, ну, смешивается с личным. А это все же неприемлемо. Ну, если вы хотите, если вы хотите работать, если вы хотите чего-то достичь, да, если вы, ну, к чему-то стремитесь. То есть необходимо разобраться в себе, необходимо рассмотреть свои реакции на то, ну, на то, что вот случилось, да, на то, что произошло. И дальше уже, в принципе, будет видно, куда и в каком направлении вам двигаться, вот, что вам делать и так далее. Крайне этот момент важен для вас, вот, чтобы вы понимали, к чему стремитесь, чего хотите, что вас задевает, вот, в чем, вообще-то говоря, ваша проблема, да? И чего вам хочется? Вот. Я думаю, так. М
можно ответить на вопрос, на ваш. Я бы рекомендовал еще поработать со стыдом, вот, ну, с чувством, с чувством стыда, вот. Тогда вообще можно будет разобраться очень точно с тем, что с вами происходит. Вот. И что вам в этой ситуации делать. Рекомендую почитать в интернете про треугольник Карпмана. Вы оказались, на мой взгляд, в его власти. Вот, вы в этом, конечно, вы в этом не виноваты. Ни в коем случае, но тем не менее, факт наличия, ну, факт того, что вы в нем оказались, вам будет вредить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи!